этот человек сидит уже без суда и следствия 6 месяцев. 30 сентября кончается 6-месячный срок. Суд еще не назначен. Особая ирония подчеркивается ситуацией его тем, что 4 августа в связи с ним было арестовано 5 блогеров из сайта «Уфа Губернская», которые писали против него. Их арестовали за экстремизм, потому что они использовали в полемике с ним цитаты из его текстов. 4 из них освободили через месяц, 5-й до сих пор еще сидит. Это политические оппоненты, благонамеренные Айрата Динмухаметова. Но они, тем не менее, были арестованы как экстремисты просто за цитаты. Айрат Динмухаметов нуждается также в справедливости, нуждается в поддержке, потому что его дело откровенно заказное и откровенно фальсифицированное. Он, естественно, не является экстремистом, он ничего не совершил из всего того, что имеет как бы вес криминального характера. Поэтому призываю всех помнить Айрата Динмухаметова, находящегося в бессудном и длящемся неопределенное долгое время предварительном, в кавычках, заключении в тюрьме Башкортостана. Спасибо. У нас демократия крепчает каждым днем, и людей сажают по 202 статьи. 202 статья, часть первая, часть вторая. Особенно сажают татар, который выступает за сохранение своего языка, своей культуры, выступает против ассимиляции, русификации и так и далее. Вот у меня список из 30 человек. Я хотел бы их тут вам зачитать, чтобы вы знали, что людей сажают еще и по национальному признаку, получается. Раз татарин хочет знать свой татарский язык, изучать, и с им общаться, писать, разговаривать и далее, то он уже вон, его это разжигает межнациональный рознь, его нужно сажать. Вот был случай в набережных Челнах, поп пришел в роддом и стал всех детей и роженец всех крестить, опрыскать водой. Но выступил набережчелнинский тот, что это, говорит, такое, зачем это делают, надо же спросить, нельзя же так сам приходить и так делать. Взяли не попа, а взяли Рафиса Кашапова, осудили, дали ему 1,5 года условно, статья 282, часть 2, разжигание межнациональной розни, за то, что он сказал, что нельзя так поступать. Вот я вам зачитаю только список, вот которые были посажены в 2004 году, взяли группу молодых людей, мусульман из мечетей, которые там были, некоторых из работы, человек 12, их там, нет, 18 человек. Им предъявили, якобы они пытались взорвать, или намерение у них было взорвать нефтепровод на тысячелетие Казани, то есть в 2005 году, а их взяли в 2004, посадили в 2007, 3 года из них выбивали до признания, а им дали от 10 до 18 лет, а троим дали по 25 лет, статья 282 и 205, 208, вернее, часть 2, вот их фамилия. Шагалиев Ильшат, Загретинов Марат, Шайдулин Рустам, Файрузов Рафис, Сугаюнов Гадель, Шайдулин Ильмир, Гумеров Ильгам, Камалетдинов А.Г., Мухаммедов Н.М., Халимов М.Ф., Латыпов С.И., Закиров И.Ш., Хасаншин Д.Р., Шарифуллин И.Им, Шайхуддин И.Х., Калимуллин Нафис,
Вот они все были, якобы экстремисты пытались взорвать Казамы на тысячелетие Казани нефтепровод. Вот им дали по 18 лет. Вот это узников Гуантанамо, Гумеров, Ишмуратов, Фани Шайхудинов, которые активист ТОЦа, наверное, Челинского ТОЦа. Его тоже осудили, якобы он там за выступление против засилия православия в татарских школах. Вот этот Ильдар Шаехов, Ильшат Шарафуллин, Рафаэль Халяпов, Раис Давлеткужин, Файзуллин, Айрат Дильмухаметов, о нем уже говорили, Айрат Вахитов, Рустам Ахмяров, Рафис Кашапов. Вот и преследуется сейчас, завели уголовные дела по статье 282 на Фавзию Байрамову, кандидат исторических наук, писательница, председатель Милли Маджлиса татарского народа. Итамир Шайхуддина, редактора журнала «Безденгюл», журналиста, за то, что он напечатал в своей газете самые документы Милли Маджлиса татарского народа. Вот их 30 человек на сегодняшний день преследуется по уголовному делу, статья 282. Так что вот демократия у нас крепчает, нас сажают. Как и в советское время, Советский Союз развалился от того, что всех пытались ассимилировать, сделать советский народ, всех в одну кучу сложить. Но понятное дело, что это дело не пошло, поэтому развалилось. И сейчас, видимо, на ту же грабли наступает и эта власть. Тоже пытается нас русифицировать, насильственно у нас лишает нас языков. Приняли закон о запрете обучения татарского и других языков в общеобразовательных школах. Долой такой самой чекистской власти! Долой чекистскую власть! Долой! Долой чекистскую власть! Долой чекистскую власть! Да здравствует свобода! Долой! 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 Долой!